ما يميز الإسلام أنه يهتم اهتماماً واحداً بالدنيا والآخرة والفرد والمجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة عبد الله الروسي كان يعمل في تجارة الأغذية بموسكو. زميله المسلم في العمل كان يرفض نقل الخمور ولحم الخنزير. الروسي عبد الله تأثر بمشهد الصلوات الخمس حتى عرف أن الإسلام دين الفطرة وفيه كل البدائل عن الحرام. أخي عبد الله، أين كنت تعمل قبل الإسلام؟ وما هي طبيعة عملك؟ Работа у меня была разная. Я бывал, работал грузчиком, кассиром. Два года проработал на фабрике, на заводе. Мы делали плиты на газовом и электрическом подогреве. Завод назывался «Мастер Гриль». Вот. То есть я бывало работал на пилораме или еще где-то. У меня особо не было образования, потому что после 9 классов я просто играл рок и пил. Кана кабля исламе мафтунан бил мусика ва иртикаб аль мааси, валакиннаху лам якун саидан ва кана яшъуру даиман бил каабе. До ислама я жил в придуманном мною мире, вымышленном мире, где было уютно и тепло. Я сам придумал себе сценарий, как жить. То есть я был панком, я любил играть на бас-гитаре, я часто выпивал, потому что депрессия иногда приходила ко мне. Я иногда ходил в церковь, и это был как дом Божий. Я не просил тогда у Иисуса или у кого-то из святых. То есть я просил именно у Бога. А бывали такие дни, когда было очень плохо, и я говорил: «Господи, я больше не буду это делать, только не наказывай меня, пожалуйста». يمثل المسلمون في روسيا قوة سكانية تقدر ب15% من تعداد السكان، وهم يقدرون حوالي 20 مليون مسلم. раньше я слышал об исламе то, что ислам это чеченцы с автоматами, афганцы с автоматами, то есть негатив. А когда я уехал в Москву из Смоленска, ну чтобы поработать там, чтобы измениться, может быть к лучшему, не знаю, что тогда было в моей голове. Я познакомился с таджиками, им было лет по 16, 3 таджика или 4. Вот. И некоторые из них молились, а один из них молился постоянно. Не пропускал ни одной молитвы, и я от него узнал ислам в первую очередь. التزام صديق عبد الله بتعاليم الدين كان سببا مباشرا في تعرفه على الاسلام. فكلما اقترب المسلمون من الاسلام كلما كانوا خير سفراء للدعوة. Но он говорил с яркой убежденностью то, что он это самое чувствует. И он молился на рабочем месте, несмотря на то, что ему угрожали увольнением, и говорили, что это все-таки магазин, а не мечеть. Но он все равно молился, потому что говорил, надо молиться. И директор узнал, что можно молиться дома, то есть называется намаз каза. И говорят, ну вот видишь, твои же соплеменники читают намаз дома, почему ты здесь так делаешь? Он говорит, я боюсь Аллаха, я хочу читать здесь. И иногда ему заставляли грузить водку на витрины или мясо, которое харам, типа свинины. Вот. И он говорит, я это не буду делать, пускай это делает кто-то другой. العجيب في قصة عبد الله أنه جرب الصلاة قبل إسلامه بسبب زميله في العمل. Он говорил, давай помолимся вместе. Я говорю, ну давай. Но тогда еще не был мусульманином. И, значит, мы становились на коврик во время работы. И он читал сура Аль-Фатиха, сура Аль-Филь. И у него была книжка, и то есть
Там был перевод смыслов на русский язык. Я знал перевод смыслов этой суры. Вот. И мне запомнилась эта сура, я хотел выучить. То есть я выучил сперва суру Аль-Фатиха, потом суру Аль-Филь, и потом я выучил суру Аль-Кария. Она была для меня тогда еще большой, но я старался выучить, потому что она мне очень понравилась. И уже когда я принял ислам, они стали одни из моих любимых сур. كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه. الصلاة في الإسلام متاحة في كل مكان، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. أخي عبد الله، ما هي الأمور التي أنت رأيتها بصديقك المسلم عبد القدوس وجعلتك تتأثر به؟ человек он был простой, то есть в общении. Он был очень терпеливый по отношению к своим соотечественникам. Он им говорил очень милостиво, что давайте, может быть, помолимся вместе. Ну, они находили какие-то там отмазки, что нет, не будем. Когда на него ругались директора, то есть ты плохой, ты не грузишь свинину, он нормально относился к этому. Он говорил просто: я не могу, мне религия не позволяет. Он не грубил, он проявлял терпение. Мне понравилось то, что он был всегда терпеливый и никогда не показывал высокомерие или еще что-то такое. Раньше я думал, что как бы у мусульман есть свои пророки, у нас христиан свои типа пророки. Но когда я узнал, что Иисус, он есть в Коране, то я удивился, как это так. И мне показали, там, да, есть, и вот Дева Мария тоже есть в Коране, то есть Моисей, все мои знакомые пророки, Авраам, они есть там. Просто раньше мне никто об этом не говорил, а когда я об этом узнал, то, конечно, я хотел, ну, это самое, это изучить. Я долго не думал, как бы, взял, принял ислам. بدأت رحلته مع القرآن عندما علم أن عيسى عليه السلام مذكورا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن قلبه أشرق مع سورة القارعة، مع أنه لا يجيد اللغة العربية ولكنه كان ينطق القراءة بصعوبة. الكورعة ما الكورعة وما أدراك ما الكورعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار هامية. ماذا وجدت في هذه السورة أخي عبد الله؟ الآن في هذا الوقت نحن لا نحب شيء للخوف، لا نحب شيء لليوم القيامة، وفي الكارة هذا يوجد شيء خوف يعني، وهذا شيء جيد. القارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، والقرع أي الضرب الشديد، فهي تقرع القلوب وتفزعها من أهوالها. Я хотел бы сказать то, что ислам – это религия истины. То есть, та религия, с которой пришел Иисус Христос и Моисей, это было, несомненно, ислам. То есть, все пророки, в том числе и Сулейман, которых мы знаем, Авраам, Адам, не все были мусульманами. Просто сейчас понятие мусульманин немножко искажено. А мусульманин – это просто верующий человек, тот, который доверился воле Божией. Вот. И, несомненно, если вы читаете Коран, хотя бы переводы смыслов на вашем доступном языке, вы поймете, что это книга от Бога. منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. أنت قرأت أخي عبد الله قبل إسلامك كتاب عن شروط الصلاة، ما الذي أعجبك في هذا الكتاب وجعلك تدخل مباشرة إلى الإسلام؟
Это была маленькая книга. Автор был Асым Уйсал. Вот. И она была как бы брошюрка, как нужно делать намаз. То есть условия молитвы, как нужно делать омовение. Там были последние суры из Корана, с транслитерацией и то есть с переводом смыслов на русский язык. Я с ней ознакомился. Вот. И некоторые суры выучил по этой книге. Принял ислам, альхамдулилля. وهناك لحظة لا تنسى في حياتك. وهي لحظة النطق بكلمة التوحيد. حدثني بالتفصيل عن هذه اللحظات. Я сказал эти слова в мечети, и я забоялся. Я думал, что люди, они зарежут меня после этого. Я думал, что это некий спектакль, и что они разыграли это для меня, посмеяться, поглумиться. Вот я русский дурачок, Иванушка пришел. Я испугался, я хотел бежать, но я подумал, как же я буду бежать, это же стыдно. Ведь я нахожусь все-таки в Доме Божьем, все люди на меня смотрят. Я думаю, ладно, я помолюсь вместе с ними. И через некоторое время был комод, и мы встали на молитву. И после молитвы мои сомнения рассеялись, то есть все было хорошо. Я человек хороший, رائع, صالح, ومتقين, и он حريص في الدين جدا. يعني هو حريص أن يتعلم علم الدين وأن يعلمها كما ورد في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهو حريص أن يعمل بهذا الحديث. أخي عبد الله، ماذا كانت ردة فعل والديك وأصحابك والمقربين منك عندما علموا بإسلامك؟ أبي وأمي هم في طلاق، وأبي لا يريد كلامي كثير، وأمي هي يعني أنثى جيدة، تمام، أنت لا تشرب فودكا، هذا جيد، تمام. هكذا تقول. نعم. После того, как я принял ислам, я почувствовал себя непорочным детем. То есть настолько чистым и свободным, легким. Невозможно описать словами, это нужно просто почувствовать. Если спросят у человека, который летал на Луну, как там было, что бы он ни сказал, вы не поймете, потому что если вы не были там, как он, вы не поймете. Ну, это непередаваемое, примерно как маленький мальчик был. أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى ثبتني يا الله على طريق الهدى ثبتني يا الله على طريق الهدى فكل ما أخشى سوء الختام غدا. После того, как я уже принял ислам, я осознанно сам поехал в Египет. Я был там уже два раза. Один раз я поехал спустя год после принятия ислама, я был тогда один. Я просто посетил города и посмотрел, как люди постятся в этот священный месяц Рамадан, как они совершают тахаджуды. Я был в Мансуре, Мадинат Мансура. Я там был на Итикафе, в Масджиде Ат-Таухид, и делал там тахаджуды ночные на Рамадан. А второй раз уже, когда я уже был женат, мы поехали с женой. Мы посетили очень много городов. Эти удивительные люди, они такие простые и добрые мусульмане, египтяне. Больше всего мне понравился город Марс-Матрух. Там очень хорошие люди, как и везде, как во всем Египте. Ну вот, было как. Я жил, я думал, что я свободный, но не было чувства чего-то. Как будто бы внутри меня был какой-то сосуд, который должен быть чем-то заполниться. Я заполнял его не тем. Я заполнял его водкой, бас-гитарой, панк-роком. Если в бензобак у машины налить молоко, оно не поедет. И пока не зальешь то, что нужно залить, тогда это будет все нормально. Я как бы, ну, залил туда иман, и стало хорошо. Вот. И, то есть, до ислама у меня были какие-то депрессии. Они были ниоткуда. Я думал, почему? Потому что этот сосуд не был заполнен. القلوب أوعية فأشغلوها بقراءة القرآن ولا تشغلوها بغيره. كلام جميل وعظيم من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ما هو الأسلوب أخي عبد الله الذي اتبعته حتى تقنع زوجتك في الإسلام؟ Мы познакомились с ней в 2010 году. Она была христианка, я уже был год как мусульманин. И я сказал, что я хочу быть с тобой вместе.
но знаешь, мне придется сделать с тобой никах. Она говорит, хорошо, это так надо? Я говорю, да, так надо, потому что я не могу на тебя много смотреть, я не могу до тебя дотрагиваться, это трудно. И через год она приняла ислам. Кто знает, какая была причина, я рассказывал ей об исламе что-то. Не так, чтобы заставлять, она что-то спрашивала, я отвечал. И один раз мы шли по улице в Москве, я провожал ее на автобус. И был пьяный мужчина, он валялся, я решил его поднять. Решил поднять и довезти его до дома. Я довел до дома, он такой говорит, ты, кто ты такой? Я говорю, я мусульманин. Мусульманин, знаю. Я говорю, да, вас провести наверх? Не, что, сам дойду. И как бы ее это впечатлило, что, ну, я еще и так поступил. И все, она говорит, я хочу принять ислам. И я хотел бы обратиться к вам, не мусульманам, чтобы вы послушали меня, потому что я такой же был, как и вы раньше. Я думаю, что ислам — это жестокость. Но на самом деле ислам — это не жестокость, ислам — это справедливость. И если вы посмотрите на жизнь описания пророка, то вы увидите, что он не совершал несправедливости и жестокости. Если вы говорите, что ислам — это жестокость, то посмотрите, разве пророк Мухаммад делал это, саллаху алейхи вассалям, и вы увидите, что нет. فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. إذا اقتنى الإنسان آلة ثمينة فمن الذكاء أن يتبع تعليمات صانع هذه الآلة، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تب علي فيداي مثقالات أنا عاص والحنايا ضامئات تب علي فيداي مثقالات أنا عاص والحنايا ضامئات جئت أتلو بالدموع الساجيا راجيا أن تغفر الذنب العظيم. Коран — это книга от Всевышнего Бога, которая дана каждому из человек. И для меня Коран — это Слово Божие. Это причина браката, то есть причина милости от Бога. Вот. И когда я знаю, что когда я читаю Коран, то мне становится легче жить, мне становится лучше жить. То есть из ниоткуда появляются какие-то вещи, которые мне способствуют быть лучше. То есть Бог моей судьбой правит, и эта судьба становится лучше. كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى.